Книга – лучший подарок, тем более для библиотеки. Новенькую литературу «Ингушские единороссы» совместно с депутатами городского совета округа Магаса вручают в рамках всероссийской акции «Подари книгу». Ее единороссы проводят по всей стране. Акция приурочена к Всемирному дню детской литературы. В этой акции у нас участвуют сельские библиотеки, которые в прошлом году в рамках партийного проекта «Культура малой родины» получили финансовые средства для модернизации. Фонд модельной библиотеки «Зядиков юрта» пополнился детской литературой российских, ингушских и зарубежных авторов, чему, несомненно, рады юные читатели, которые спешат приметить, какую из книг прочитать первой. Мне больше мой сильный открыт в душе. А для гостей в соседней секции проводят небольшую экскурсию. Заведующая Аза Илиева с удовольствием показывает обновленный храм знаний в рамках партийного проекта «Культура малой родины». Благодаря ему две модельные библиотеки в нашей республике открылись в октябре 2020 года. Одна в Назрани, вторая здесь. Красивый дизайн, комфорт и доступ к новейшим информационным технологиям. Модельная библиотека – это настоящий информационный образовательный центр, который включает в себя два сектора – для детей и взрослых. Здесь собраны ингушская, русская, зарубежная литература. Также в рамках проекта «Культура малой родины» здесь предусмотрена интерактивная доска и проектор. А еще налажена связь с национальной электронной библиотекой. Предусмотрены автоматизированные системы, внедрены станции самостоятельной книговыдачи, электронные читательские билеты. Плюс отдельный уголок для слабовидящих и слабослышащих. Есть чем тут заняться и самым маленьким читателям, к примеру, познавательные игры. Вот сидит в своей очереди, ждет. Все, молодец. Полная модернизация повлияла и на посещаемость. Теперь ребята ходят сюда намного охотнее и чаще. По душе обстановка, обновленный книжный фонд и информационные технологии, появившиеся здесь. Как учащиеся школы хочу отметить, что нам очень часто задают рефераты, и теперь у нас в свободном использовании есть принтеры, компьютеры, что мы можем рефераты, доклады здесь писать свободно. Я достаточно часто сюда захожу, еще до модернизации заходила, но сейчас это, конечно, стало намного приятнее и интереснее делать. Что тебе здесь вот нравится именно в новой библиотеке? Сейчас нравится атмосфера, которая здесь сложилась. Теперь это уютно и очень удобно. Есть где посидеть, почитать, можно поменять литературу, читать прямо здесь или забирать домой. Одна из задач проекта, чтобы в библиотеке было уютно, красиво, познавательно и интересно. Довольными новенькой библиотекой остались и депутаты городского совета Магаса. Это очень хороший такой храм души, построили и отремонтировали. И я думаю, надо и дальше продолжать модернизировать вот такие вот библиотеки на селе. В частности, я желаю удачи и всем, кто причастен к этому проекту, а именно нашей партии «Единая Россия». Я думаю, если так и пойдет и дальше, наша библиотека будет процветать и приумножать свои фонды. Главная цель проекта – повысить интерес к посещению библиотек и привить желание к чтению. Организаторы проекта уверены, такой своеобразный апгрейд существенно повлияет на это. Дана Плиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.